Талантливые дети из разных уголков нашего края и соседних регионов собрались сегодня в Парке Победы Ставрополя. Там прошел творческий фестиваль. Юные артисты показывали свои самые разные умения на сцене. Музыканты, певцы, танцоры. Лауреатов выбирает компетентное жюри. А неподалеку расположилась выставка различных творческих работ и поделок. В программе фестиваля и развлекательная часть. Для участников устроили веселые экскурсии по парку и покатали их на аттракционах. Почему мы любим эти фестивали? Потому что здесь мы выявляем детские таланты. То есть вот из такого скопления всегда мы открываем новые звездочки, которые потом горят на протяжении многих-многих лет, пока дети не вырастут. И появляются у нас новые артисты, новые актеры, новые певцы, новые хореографы. Именно вот благодаря вот этим фестивалям.